Привет, друг. С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Redmir. Второй сервер. Все как всегда. Одна из последних серий, кстати. Мы покупаем мне черный Rolls-Royce. Я желаю тебе приятного просмотра. И мы начинаем. Не знаю, пацаны, почему, но я спонтанно захотел Rolls-Royce. Ну как спонтанно? Я уже 2 месяца хочу. Ну как бы... Почему в конце лета я не могу себя порадовать вот таким вот Rolls-Royce? Конечно, все покупают в начале лета, в конце весны, как бы кабриолеты, на лето Эван покупает на зиму кабриолет. Ладно, короче, он ФТ-шный. Конечно, 4 владельца, херня, 327 тысяч. Посрать, погнали. Зачем я его купил? Как я его буду сливать? Хер его знает. А что за авто? Сейчас увидишь. Я это авто чисто купил из-за того, что... Это просто кабриолет. Просто кабриолет. Вот, но если я его покупал в салоне, либо мне он выпал из кейса, хотя он с кейса не выпадает. А нормально у него пневмо просело, а? Как будто реально пневмо. Все, запускаем. И значок выезжает, все, зашибись. Я так что-то спонтанно начал ролик. Если вы еще не играете на этом сервере и хотите поиграть, то вводите обязательно мой промокод. В описании ролика он находится. И при достижении 3-го уровня вы получите 20 тысяч долларов от меня. Собственно, купил я Rolls-Royce, как я сказал, из-за крыши. Так что ждите еще скоро видос, надеюсь, скоро видос. Круза купим чисто из-за того, что он 6-местный. И купим Cadillac чисто из-за подножки. Да. А мы едем кайфовать. Я не знаю. Он охрененный. Я даже не знаю, что здесь. Ну, сейчас поедем... Ой. Поедем поста... Ай, смотри, как ушел просто. Вот если бы я здесь играл, да, я говорил, но не успел договорить, я бы его сделал розовым на каких-то дисках угарных. По типу, вы знаете, каких вот. Но переделывать из таких дорогих дисков и перекрашивать, как бы, ну, не особо хочется, да? Как бы уже такое было. Ой, давайте посмотрим, что по весу. Здесь полностью Black стоит, так понимаю, бампера по десятке. Еще. Короче, у нас full Black стоит. Свет фар и рамки. Рамки у нас просто редмировские, такие стильные. Колеса... А, колеса не пишется, сколько стоят. Значит, самая главная фишка этого Rolls-Royce, это нажимаем на N или M, не помню. M. Все, опускается, поднимается крыша, туда слаживается, съезжает все аккуратно. Конечно, не реалистично особо, но пофиг. И все, у нас теперь кабриолет. Только прикол в том, что стекла опускаются и поднимаются в этом режиме быстрее, чем я их опускаю вручную. А будет, например, вот такой... Ой, блядь, не то. Например, я опущу вот так и вот так. Одновременно нельзя. Вот так, да? Еще будет, если я сейчас сложу крышу. Они поднимутся или нет? Оп, 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 заезжает. Оп, оп. А, не поднимается, все нормально. Короче, у нас теперь просто пушка, а не Rolls-Royce. И все, что я хочу поехать, это посмотреть, есть ли здесь смена. Посмотрим, какие цвета, может поменяем цвет. Может сделаем, хотя черный на белом, черный на сером надо делать. Бля, здесь все идеально, я не знаю, что здесь менять. Только владельцев обнулить и все. А смены, сука, здесь нет. Вот это сейчас обидно было. Вот это прям обидно. То есть мы его никак... Не перекрасим вот этот центр. Потому что эта перекраска будет стоить, ёшкин кот. Второй цвет, вот. Если его в серый, да, вот такой вот серый. Вот был бы вообще идеал, да? Под диски. Но 20 тысяч я еще не собираюсь. Как бы, ой. Так, для полного фарта давайте с Ешки с продажной нашей снимем номера. Можно, да? И вот, и поставим их на Rolls. Потому что здесь они должны смотреться прям идеально. Во, бля, балдеж, просто балдеж. А В, восьмерки, Вшки как восьмерки и просто сок. По факту в Rolls-Royce же 4 места, вот будет прикольно, если они сюда реально влепят еще 2 места, как на других тачках, и это будет прям вообще ликвид, мне кажется. Хотя не ликвид он будет, потому что он не едет нифига. Кстати, по дороге, как будем ехать обнулять владельцев, посмотрим, сколько он этот... Едет на сотом, вот это все. Какой расход в автосалоне. Будет очень интересно посмотреть. Вот, и 82 литра бак. Неплохо. Ладно, заправим до фулбака, потому что сейчас я буду кататься именно на нем. Листаем, листаем. Фантом у меня уже был. Да, он большой расход топлива, серьезно, мне так не показалось вообще. 82 литра бак, 365 километров на сотом бензине и задний привод.
А Фантома тоже. 300... А, Фантом 300 едет, а этот едет 365. Понимаю. Нормально здесь бензин по 18. Значит, заезжаем. Вот сюда. Обновление регистрации. 100 кредитов. Все, я первый теперь владелец. В принципе, по Rolls-Royce все. Теперь мы как богачи ездим на Rolls-Royce, как бы тонированных кабриолетах еще, которые вообще очень редкие. Нам нужно как бы переодеться, чтобы соответствовать образу, а то вот такие вот клоуны ходим, да и все, поэтому почти в бинго. Сейчас себе что-то прикупим. Ладно, пацаны, давайте сейчас купим на 5000, чтобы я примерно понимал, как я выгляжу. Так, отправлено в гардероб. Оп, так, уже на стиле, братанчик, теперь можно подбирать туфли, что ли? Так, пацаны, здесь на Радмире, как это, барбершоп называется, есть, да. Я никогда в нем не был. Я, кстати, снял и очки же не надевал. Ладно. Короче, берем прическу. Какую? А можно посмотреть? Да. Нажмите на кнопку нужной зоны и выбирайте с помощью стрелок на клавиатуре. А, все, понял. Так, а можно мне побольше, как бы, волосни можно? Где-то вот такую надо, лысую, перекупскую. Окей, борода. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот это прикол. Вот этот прям бык. А прикол здесь, каждый барбершоп работает максимально по-разному. Поэтому давайте вот это сделаем за 2000, охренеть. Какой цвет? Коричневый. Черный нам надо. Нам надо черный. Вот, оплатить. Предыдущий, да-да-да, окей. Все, хорош, он даже анимацию, все. И теперь усы будем делать? Или не будем? Не, не хочу. У нас будет не бородатый мужик, вот. И поехали еще прикупим. Кстати, вот я очки я вообще-то не надевал, но они оделись. Я поменял мокасины, у меня такие дома были. Вот, сюда больше ничего не идет. И поехали купим еще нормальные очки, да и в принципе будем заканчивать этот ролик. Короче, пацаны, покупаем такие очечи за косарь 200 еще. Оплатить, и теперь у нас стиль максимально полный. Теперь не стыдно ездить хоть на Rolls-Royce. В принципе, пацаны, на этом все. Вот такой у нас Rolls-Royce вышел. Вот так мы переоделись. Сходили первый раз в барбершоп. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Поставь лайкос. Напиши комментарий, как тебе Rolls-Royce. Было ли у тебя какой-то Rolls-Royce на сервере. Будет очень интересно почитать. Также подпишись на канал, чтобы не пропускать новые интересные ролики. Нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть их первыми. Этот ролик записан еще 27 августа. Так что всем большой летний привет. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.